Всем привет, с вами Мимик и Black Desert Online. Выходит 14 декабря новый класс на все регионы Black Desert, УСАМ или УСАМ, кому как удобнее. Сегодня же дали на тестовом сервере потестить этот класс, и я хочу поговорить о придуманной мной комбинации, которая работает. Мы протестили его на Крионах, Гистриях, на Кзарках и просто много где еще. В общем, спустя некоторое время тестов, типа, эта комбинация у нас самая дамажная. Состоит она следующим образом: 90% времени, кроме одного скилла, мы находимся в блоках и устоях, поэтому по нам не залетит никакой контроль и так далее. Первое умение, ну и также из плюсов могу добавить, что можно ее крутить почти постоянно. То есть это одно умение, которое кулдаунится, то есть более-менее долго, но там между париками, когда бегаем, то все нормально. Стоит она следующим образом: F-ка используется для забафа. Без мобов она вешает на себя 20 атаки, так как на нее я вешаю морфы, поэтому нужно обязательно бить по мобам. Дальше мы используем Внесев. Это умение, которое по своим свойствам дебафает цель на минус 20 защиты своего родного, и плюс еще он стакается с морфами защиты. То есть получается, если мы морфим скилл Т3 тира, то получаем минус 40 защиты по мобам. Дальше идет у нас Shift ПКМ. Одно из главных умений, которое носит дамаг, и также оно находится в тир 3 по морфам, поэтому на него вешается тоже, ну, морфы я расскажу и покажу дальше. Следующее умение, сразу после него используется Shift Q. Главное дамажное умение, долгие КД, ну, в принципе, хватает кулдауна, чтобы использовать постоянно. И на добивочку, если вам не хватает чего-то в плане урона, можно использовать сразу же пробел. Два удара, он тоже с блоком, наносит хороший урон. Также это 100% ульта, которая, если даже мы будем использовать, у нас будет вешаться и атака, и кастинг спид, поэтому тоже нужно будет использовать. Если вам в этой комбинации не хватает от хила, вас сильно бьют, можно сюда всунуть в конце вниз ЛКМ. Единственное умение, которое, если не считать морфов, хилит персонажа. И Shift LKM. Тоже это все блоки устоя. Поэтому все, в принципе, супер. Ну, этого вам достаточно, мне кажется, будет. Потому что я сделал статы примерно среднего гира плюс-минус. И этих статов без алхимки, без гиганта хватает, чтобы убивать там кзарок. Морфы. Начнем с F-ки. Я заморфил атак спид, чтобы быстрее использовать другие умения. И минус атак спид, чтобы медленнее мобы среагировали во время F-ки, чтобы у нас не улетел контроль. Дальше идет вниз F. Минус защита. Также атака по мобам. 20-ку. И крит шанс 3% в купе. Так как у нас следующие два дамажных умения носят 100% крит шанс, мы будем с помощью этих 3%, ну, как бы в сумме выйдет довольно большая прибавка урона. Поэтому что хорошо. Дальше идет Shift PKM. Здесь у нас снова идет экстра АП, уже плюс 30. Можно, в принципе, здесь убрать, типа, ее, ну, с... Унисеф тоже наносит какой-никакой урон, и именно когда он наносит первым ударом, то есть урон, прибавка от него идет. Поэтому все хорошо. Но также можно туда еще всунуть, как я говорил, отхил, поэтому, чтобы была большая прибавка урона. Ну, здесь можно еще сыграть с морфами немножко. В общем, экстра атака по мобам, тир 3. Максимально плюс 30 и еще минус 20 защиты, которая стакается с унисейв. И дождь, на него можно вешать все что угодно. Ну, я поставил реген маны и реген хп, чтобы купе
с нашими другими скиллами, как бы не париться, не таскать банки и так далее, вполне хватает. Все, дальше можно вставлять, что хотите, в принципе, этого хватает за глаза. Теперь проверим. Можно нажать гиганта. Тут человек тоже, видимо, пришел тестить. Передвигаться между париками можно либо через вперед Shift, либо вперед F. Два этих умения позволяют нам, ну, не телепортироваться сквозь мобов, поэтому врезаться. Поэтому сквозь мобов мы не телепортируемся, поэтому довольно удобно. Также не забываем кушать Ешку. Она выставляется именно на быстрый слот, который тоже дает прибавку. То есть выглядит комба следующим образом. И мобов по сути нету. Есть еще пробел. Есть вниз ЛКМ. И есть Shift ЛКМ. В общем, примерно так мобы довольно быстро кончаются. Поэтому как-то так. Нужно единственное, что не забывать, когда мы кушаем Z-ку, у нас на F-ке работает атака. Если мы кушаем Е-шку, она заменяется. То есть здесь, по сути, можно даже и не использовать F-ку. Сразу начинать с вниз F-а и вносить дамаг. Поэтому как-то так. Из всего времени, которое я провел на этом персонаже, более дамажной комбинации я не нашел. Если же и когда ее ведут на все регионы, будут по-любому правки, поэтому возможно комбо изменится или придумаем что-нибудь лучше. Поэтому подписывайтесь, чтобы следить за выходом новых комбинаций. И также можете подписывать на Twitch, подписываться, потому что там проходят стримы, как мы это все разбираем и так далее. И заточки, и много чего интересного. Поэтому пока на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в новых видео и пока-пока.